Давайте подлечимся, запишемся. Пойдем дальше. Надеюсь, больше никто не будет из угла вламывать нам. Так, ну и что, нам похоже наверх, уже в производственные помещения. Так, здесь похоже комната персонала и какой-то, блин, разрушенный потолок. Контрольная точка. Так, давайте-ка по часовой стрелке все исследовать. Здесь у нас ничего. Автоматы газировки только. Здесь у нас выход. Но сюда требуется кувалда. Кувалды у нас пока нет. Хотя я бы, конечно, в легкую ломиком расхерачил бы окно, по идее, и пролез бы туда. Может, она какой-нибудь из оргстекла, я не знаю. Ладно. Не будем вдаваться в игровую условность. Там кто-то подпер. Тут у нас столовка, так скажем. Комната отдыха. Где они всей своей дружной, рабочим дружным коллективом своим собирались. Обсуждали дела, отдыхали, слушали музыку, хавали, смотрели журналы новостей. Но сейчас тут никого нет, только бомжи, психи и наркоманы. Мы выполняем функцию санитара леса. Так, ну и что, идем дальше. Мусорки. Так, это что это? Непонятно. Теперь нам одна дорога вниз. Надеюсь, из-за этой двери никакой дурак не выскочит. Так, опять куча подходов ко мне со всех сторон. Так, это что за притормаживания такие? Ну ладно. Пусто так пусто. Дальше идем. Де Анжело. Только обслуживающий. Ух ты, красота-то какая-то. Так, это что? Ладно, возьмем дробовик. Эй, не пугай меня. Хотя с дробовиком, конечно, ничто не страшно. Так, идем дальше. Еще бы, ух ты, блин, у него тоже есть. Готов. Так, все. Кончилась халява. Открывай дверь. Похоже, меня запер. Но я, пожалуй, верну обратно ломик. Чем буду ходить. С раздолбанным ружьем. Давайте-ка подлечимся. И пора уходить отсюда. Что-то тут как-то недружелюбно. Я же не посмотрел, сколько у него патронов. Ну, в принципе, с одним патроном бегать смысла нет. Что у нас тут, лестница наверх? Неохота. Так, меня опять отвлекли. Ну, видимо, нам только наверх и остается идти. Ну да ладно, где наша не пропадала. Так, кто-то убежал туда. Тут какой-то склад. Туда я, честно говоря, пока не хочу. Давайте-ка мы... Блин, оборачиваться каждые 5 секунд, это уже вошло в привычку с этими играми.
Так, закрыто. Так. Кувалда. Мы нашли кувалду. А кувалда где-то вдалеке, сзади нам нужна была. А, собственно, по-моему, тут она и нужна была. Или нет, сейчас разберемся. Эта дверь, по-моему, только с той стороны не открывалась. Нет, блин, что-то я запутался даже. Оп, понятно. Понятно с вами все. Иди сюда, выходи давай. Ты один? Вот так тебе. Свернул ему бошку. Так, тут их сколько бегать-то? Вон там я один вижу, прячется. Тут один прячется. Давайте-ка мы обезопасим тылы. Вот тут встанем, чтобы со спины никто не напал. И уже отсюда будем потихоньку. Блин, да где ты? Нате, в затылок кувалдой. Пусть такого не живут. И там еще вроде один остался. И не Body Home. Он, похоже, убежал. Все, сносим кувалдой. Замок и уходим отсюда. Давайте-ка прикроем дверь, а то вдруг еще вздумает вернуться. Так, что это за раздевалка у нас такая? Вроде никого. Тишина. Что это там за звуки были? Дверь не открывается, и ладно. Нашим легче, как говорится. Так, за спиной никого. Никого. Прикроем дверку. Прикроем, я сказал. Так. Либо часы все остановились. Либо мы ходим кругами. Так, а где я лом оставил? Лом же где-то, блин, там. Далеко назад идти. Томас speaking. How do you know this number anyway? I know many things about you, Ethan. Since your father's death, I've watched you, hoping that you would find your potential. My potential? Yes. You've become an excellent investigator. Not through training or luck, but instinctually. However, you'll find that you are capable of seeing so much more. Again with the instincts. They're a gift from... well... Remember, they can help you and others. Again, I must go. Be careful. Какой-то мутный типок этот Ван Хорн, однорогий, как переводится его фамилия. Так, ну что, нам сюда, что ли? А вот тут у нас ломик поблизости. А там у нас... а там у нас, собственно, тот, кто нам нужен. Это маньяк в робе тюремный. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас дробовик, в котором всего 3 патрона, блин. Ну да ладно, пойдем. Так, ну судя по всему, эта станция выглядит заброшенной. Будем надеяться, так оно и есть на самом деле. Так, что мне тут можно исследовать? А, опять вонь.
Опять этих птичек искать. Вот еще не хватало. Я надеюсь, эта дверка не закроется, чтобы мне потом было куда вернуться за оружием. Потому что я слышу звуки. И я вижу, вон там чья-то рука торчала. Так, осторожненько пробираемся. Ну, вроде как один. Давай, иди сюда. Обходим по дуге. Блин, скрыт никакой, а. Собака, а. Хотел поближе его подпустить, а вон какая гадость получилась. Так, один патрон. Ну ладно, пусть пока остается, если что, прикладненько по башке надаем. Туда убежал преследуемый нами. Какого хрена? Блин, да хорош так махать. Так, нам вообще, по идее, вон туда надо идти. Вот в эту дверь, по-моему. Нет, видимо, нет. Ну, вроде как маньячина убегал сюда. Ладно, разберемся. Пока что нам есть куда двигаться. Сюда мы и пойдем. Так, здесь уже публичные помещения. Не всякие служебные. Блин. С обеих сторон могут прибежать. Туалеты. В играх такого жанра в туалетах, как правило, ничего хорошего не ждет, но они и так закрыты. Ну и ладно, закрыт так закрыт. Че, дурак что ли? Блин, ну с физикой они, конечно, тут круто поработали. Знаете, прикладом. Че, потерял? Давайте вот так. Да стой ты, иди сюда. Блин, сломался. Заколебал. Надо нам оружие получше бы найти. Так, что у него упало? Короткая труба. Вот ее и возьмем. Отсюда прикладываю. Вообще что-то нехорошее случилось. Раздолбало бы его бошку. Так, и где-то сзади там были аптечки. Хорошо. Теперь мы сохранимся. И идем дальше. Да, тут у нас рекламируют бижутерию всякую. Следует по следам разлитого проявителя. Ага, вот они. А там уже бегает, смотри-ка. Но ни на секунду не оставит покоя. Хорошо, что шокер есть. Хотя это, конечно, серьезно бьет по балансу. Все, получив висок. Надеюсь, теперь ты меня оставишь в покое. Блин, напряженные схватки такие, как будто сам дерешься. А тут у нас что? Тут у нас, похоже, какие-то хот-доги готовили. Так, и нам сюда. Ну, значит, нам надо обойти. Там я слышу людей. Так, осторожно. Требуется кувалда. Значит, будем искать кувалду.